На месте. Мы приветствуем Виту, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. На ней накидка. Хорошо. Снимаю эту накидку. 1, 2, 3. Сканер, отключи эту накидку. Выведи все сопутствующие чипы, датчики, импланты и конвекторы с ними связаны. И как все это вы, сила моего намерения, отправляю в клетку тюрьму. Пошел процесс. Клетки. Накидка. Хорошо. Я даю команду. Мы получили разрешение. Вита дала нам согласие на работу. Она дает согласие. Я даю команду. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Виты под ногами. 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Виты. Находит все. Небес. Суккуб. Суккуб. Его накидка. Вернее, инкуб. Его накидка, да. Ну, вот это он ее невидимым делал. Дальше. Дальше синий дракон, лизард и арахноид. Хорошо. Какой у нас бес? 9. Синий дракон. Цифры над головой. 27,93. Лизард и арахноид. Хорошо, у нас 5 интерферентов. Накидка с инкубом, бес 9, синий дракон 27,93, лизард и арахноид. Все правильно? Да. Хорошо. Все знают, где они находятся? Да. Отлично. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Виты спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным. То, что она могла получить от них, возвращается к ним. Сколько находился арахноид в этом биополе? 5 лет. Лизард, сколько ты находился? 8 лет. И долгожители. Синий дракон, сколько ты находился в этом биополе? 3 года. Сколько находился бес в этом биополе? 2 года. И инкуб с накидкой. Сколько ты находился в этом биополе? 9 лет. Оу, понятно. Дай-ка мне угадать. Эта накидка делала ее невидимым для мужчин, правильно? Зачем ей мужчины? Да давай отвечай на мои вопросы. Я... Да или нет? Я всегда рядом. Инкуб? Да, закрывала от всех. Понятно. Как люди ее воспринимали, мужчины? Как она им казалась? Кем? Пустым видели? Местом, как эта накидка. И какие эмоции вызывала она, когда она общалась с мужчинами, у мужчин? Пустоту. Хорошо, Вита. Я думаю, мы ответили на эти вопросы. Ждем окончания реверса. Кто из вас находится, пока реверс идет, в доме Виты? Это не дракон, арахноид, бес. Суккуб не в доме, но он с ней спит. Инкуб. Почему суккуб зовут? Инкуб. Все правильно. У него есть? Закончился. Хорошо. Он находился в ее биополе, в принципе, да? Он как под накидкой, да, там с ней спит. Понятно. Но ничего он ничего не оставлял в квартире. Меня это интересует. Нет. Я почему спрашиваю, мы сегодня будем чистить и дом Виты, поэтому все мы сегодня будем закрывать, все вытаскивать. Мы с вами еще сегодня будем некоторое время общаться. Устанавливаю фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Вита забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Вита себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. И забираем из этой накидки. Мощным потоком пошло из накидки назад. Пошел процесс. Что возвращается? Посмотри, пожалуйста. Краски разные возвращаются. Цвета всех чакр. Радость возвращается. Она, кстати, тоже из-за этой накидки плохо видела. Цвета именно. Конечно. Цвета, я имею в виду, эмоционально опустошалась она. Лизард здесь тоже поработал. Они ее опустошали. Лизард. Опустошитель. Я не знаю, что с тобой сегодня делать. Может, тебя скинуть в галактическое ядро? Чувствами питались они, и понравилась им радость. За эти годы они прочувствовали, что такое хорошее настроение. Эти эмоции они создали с ней. Все, да? Но инкуб и лизард, они именно на эмоции работали. Хорошо, лизард. Пора платить за это. Он показывает, как он чувствует эти эмоции. Он показывает в его теле, они отдают в определенные места, и каждая эмоция имеет свой цвет, который ему приятно. А ей что приятно было? А она становится вот белопрозрачная, как эта накидка, опустошенная. Все понятно, хорошо. Готова, вернулась.
Арахноид, выходи, вытаскивай всю свою паутину, вытаскивай иголки, все, что на твоей чистоте. Ничего не забывай и возвращайся в клетку, докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то забудет специально или нечаянно, он просто сгорит по каналам в этой клетке. Приступай. У него голова и плечи, шея и плечи. Он как-то как шуршал лапами, показывает, перебирает в голове виски, затылок, лоб. Как она ощущала твое присутствие? Головные боли, мигрени, сдавливание, что это было? Каша? Скорее головокружение. Головокружение, хорошо. Низкое давление. Это он понижал давление, у нее проблемы с давлением. Он питался ее энергиями. А по легким кто из вас бил? Астма у нее. Астма – это паутина. Понятно. Вот ты арахноид. Собрал он все. Давай, Лизард, выходи, вытаскивай свое гнездо, чтобы там следа твоего не осталось. И возвращайся в клетку, приступай. У него как нити идут к каждой чакре, и каждая чакра несет свою эмоцию, цвет, и он дергает за эти нити. Это редкие паразиты, я тебе скажу. Несмотря на размеры, усиливают любую боль или эмоции в 5-6 раз, если не больше. Все забрал он. Хорошо, синий дракон. На каком основании ты находился 3 года в этом биополе? Где стояли платы? 3-й глаз. И что ты ей транслировал? Смотрел за ее развитием. Где-то транслировал, что-то показывал. Иногда у нее возникали вопросы внутри. И я показывал, как мог, что знаю. Ты давал ложную информацию? Нет, я давал информацию, которую знаю. Хорошо. Выходи, синий дракон, вытаскивай свои платы, ничего не забывай, отключайся полностью, возвращайся назад. Приступай. Готов. Хорошо. Бес у нас. Бес. Выходи. Отключайся полностью. И скажи мне сразу, есть ли лярвы в биополе Виты? Есть лярвы низ живота и горла. Хочешь получить их? Хочу. Хорошо. Снимай сначала, что ты оставил там. Я тебе потом дам отдельную команду. Доложишь мне на месте, что ты все снял. Приступай. Ноги и руки путал он и я. А ты на что зашел 2 года назад? На депрессию. Внутренняя пустота он у нее. Ну, холода видит. Внутренняя пустота, я полагаю, это было от воздействия накидки инкуба, да? И всех остальных, лизарда, арахноида, дракона. Так? Ну, помогали они сильно, да. Видишь, как все одно за другим тянется. Зашел один, понизил вибрации и открывает двери. Собрал с рук с ног он. Хорошо. Разрешаю тебе забрать эти лярвы. Ничего не забывай, возвращайся в клетку назад. Приступай. Готов. Давай, инкуб, выходи. Твоя очередь. Отключайся полностью, ничего не забывай. Докладывай о готовности к проверке. Снимай все, что ты оставил в биополе. Если я что-то найду, на этом заканчивается дружеский тон. Он говорит, что она гордая и высокомерная, и ей нужен особенный мужчина. Мачо? Как он. А ты мачо или кто? Нет. А какую ты роль играешь, объясни мне. Мне нужна забота. То есть ты заботливый? Да, мы заботимся друг о друге. И что она после твоей заботы ощущает? Усталость ощущает. И пустоту? Молчит, он все собрал. Ой, инкуб, мы же мысли умеем читать, так что не забывай об этом. Хорошо. Так, все сняли. Даю команду на рассинхронизацию Виты с этой накидкой, инкубом, бесом, синим драконом и его платами, лизардом и арахноидом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Подхожу к Вите, помогая моей энергии отстегнуть все каналы к интерферентам на счет 3. 1, 2, 3, удар. Отлетает каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяю. Готово. Хорошо, бес, скажи мне, ты на земельном участке не находишься. Ты в доме живешь и с ней, да? Или в ней, да, только? Хорошо, в доме. В доме есть еще кто-то? Демон есть? Или черт? Нет, черт есть. Хорошо, я почему спрашиваю? Я буду сегодня собирать весь негатив в этом доме. Если ты хочешь, я могу тебе его отдать. Да, после того, как ты все соберешь и покажешь мне порталы, которые я закрою. После этого я соберу весь негатив в доме и отдам тебе, и отправлю тебя на твою чистоту. Устраивает? Устраивает. А кто на земельном участке? Демон находится? Есть демон.
Ну хорошо, я с ним буду тогда решать уже вопросы по земельному участку. Перед тем, как я тебя отпущу в дом, ты хочешь получить эмоциональный фантом? Да. Я сейчас буду зачитывать частоты, ты мне назови из них несколько, которые являются основными, из которых все вытекает. Понял? Понял. Ходит эмоциональный фантом Виты, проецирует все негативные программы, негативные, все это низковибрационное, ей же сгенерированное, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Вышел фантом. Много? Но он серый такой, полный фантом. Хорошо. Вита, эти энергии вы сами сгенерировали. Вы хотите от них избавиться? Хочу очень. Сворачивайте энергии в шар. Бес забираешь? Давай. Отправляю бесу и слушаю тебя. Сейчас распробую. Тревожность, одиночество, излилось тоже. Опустошение. Да разной грязи полно. Понятно. Все понятно, хорошо. Забрал он все? Да, вкусно насобирала. Хорошо. Сейчас я открою бесу, синему дракону и арахноиду. Арахноиду, синему дракону я открою отдельный портал и бесу отдельный портал в дом. Вы сейчас пойдете, снимите все, что вы оставили в этом доме. Я приду, проверю. И после этого отпущу вас на вашу чистоту. С бесом как договорились. Все понятно? Все понятно. Открывается два портала в дом Виты. 1, 2, 3. В один портал уходит арахноид с синим драконом. Во второй портал уходит бес. Закрывая, печатаю, растворяю оба портала. Готово. Хорошо. Лизард, ты больше никогда в это биополе не зайдешь. Ты уже достаточно навредил. Если я тебя второй раз увижу, я тебя накажу по-настоящему. Все понял? Понял. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда. 1, 2, 3. Лизард забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, инкуб, то же самое касается и тебя, накидка остается в клетке, ты сейчас уйдешь и больше никогда не придешь. Если ты хочешь со мной встретиться, можешь попробовать. Понял. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба, 1, 2, 3, и инкуб уходит на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Под накидкой открываю воронку в галактическое ядро, накидка уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готов. Клетка пустая? Да. Хорошо. Поехали по частотам. Готово. Хорошо, Вита, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете после освобождения от сущности? Энергии много чувствую, вижу, как разливаются по всем телам. Вот это все они у вас воровали, все эти энергии. Хорошо, у нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Виты. Мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Виты. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую всех в этой комнате. Мое имя Анис. Вы куратор Анис? Я куратор. Приветствуем вас. Меня зовут Влад. Это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной Виты. Убрали все, что ей там мешало. И у нее остались 10 вопросов к своему куратору. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Я отвечу на вопросы, раз я здесь. Благодарю вас. Первый вопрос. Как с вами, куратором, связаться? Телепатически. Зная мое имя. Короткий вопрос, такой же короткий ответ прозвучит. Если ты не услышишь ответ, будут знаки вокруг тебя, которые приведут тебя к ответу. Развивая свою интуицию, ты сможешь четко слышать ответы до того, как вопрос закончится, до того, как ты закончишь задавать его. Ответ уже будет дан телепатически. Но интуиция должна быть развита до определенного уровня, вибрируя на определенных частотах. Благодарю вас, уважаемый куратор Анис. Я перехожу ко второму вопросу. Откуда моя душа и как выглядит дом моей души? Ты солнечная душа, со звезды солнца. Все твои энергии, это золотые энергии внутри тебя, выглядят они так же, как солнце. Ядро и лучи.
повышенные эмоции разжигают энергии и становятся неприятны для окружающих. Пониженные и несут опустошение внутри тебя. Поэтому ты должна балансировать свои энергии солнца внутри, научившись контролировать их правильной гармонией и баланс. Тепло внутри дает тебе показатель того, что твои энергии в гармонии. Как выглядит солнце? Как я уже сказал, ядро с излучающими энергиями и около солнечной орбитой. Я закончил. Я благодарю вас, уважаемый куратор Анис, и на этом месте мы приветствуем представителя Солнца. Очень приятное приветствие. Благодарю за это. Третий вопрос. Какой опыт я приобрела на Земле? Земной опыт всегда связан с чувствами и эмоциями. Есть другие планеты, где есть чувства и эмоции. Они похожи на Землю. Но в данной системе планета Земля самая близкая. Я имею в виду в данной галактике. Твой опыт, как я уже сказала, получение чувств, эмоций, контроль этих чувств и эмоций, развитие и правильная подача с определенными вибрациями внутри, теплыми притягивающими энергиями. Я закончу. Благодарю вас, уважаемый куратор Анис. Третий вопрос. Четвертый. Каков уровень моего высшего «Я» и как мне его развивать? Твой уровень высшего «Я» подходит к десятому. Как я уже сказал выше, развивая интуицию, визуализируя свои энергии, контролируя их, развивается душа. В дальнейшем этот контроль переходит на чувства, эмоции. Ты начинаешь чувствовать, как ты влияешь на людей своими энергиями, теплыми, горячими или холодными. Все зависит от настроения и твоего внутреннего состояния. Это и есть развитие души, когда ты можешь контролировать свои чувства, эмоции, не делая их холодными, оставаясь теплой, светящейся, счастливой и солнечной. Поддержка и защита своих энергий. Много чему нужно научиться, много чего нужно понять, чтобы душа и высшее «Я» полностью перешли на 10-й уровень осознанности. Я закончил. Благодарю вас. Пятый вопрос. Каковы мои основные нынешние мыслительные ограничения или ограничивающие модели, которые мешают моему прогрессу? Ты говоришь о мысленных процессах, не затрагивая душу. Должен быть баланс ума и души. Твой ум перетягивает душу, а твоя душа опустошена без правильного использования и гармонии. Я объясню. Делая какой-то шаг в человеческом обществе, мужчины, дети или другие комьюнити, ты должна решать сердцем, встречать сердцем и слушать свою душу. Что скажет душа? Мозг постоянно кидает тебе ответы, которые удобны ему. Туда входят денежные вопросы, наследственные, собственные внутренние ощущения, эгоизм и так далее. Это все, что выдает тебе мозг, сразу же закрывая тебе дороги. Ты слушаешь мозг и так и действуешь. Если ты будешь слушать свое сердце и будешь откровенно со своей душой, твои поступки будут другие, твои поступки будут от души, и, может быть, реакции будут другие, не те, которые нравятся мозгу, а те, которые просит душа. Постарайся принять решение, обсудив его с душой. Не загоняй душу на второй-третий план. Я закончил. Благодарю вас. Шестой вопрос. Какой ваш лучший совет для моего роста прямо сейчас? Это и был мой лучший совет. Каждое твое маленькое решение спрашивай у своей души. Начиная с утренней процедур,
Советуйся с душой. Хочет ли она что-то делать? Нравится ли ей работать или гулять? Как бы душа себя повела в данный момент? И что ей сейчас действительно хочется? Встречаясь с людьми, реагируй душой. Подходят тебе вибрации этого человека? Или страх эгоизма и потери чего-то действует в твоей голове? И ты заграждаешь себе следующий шаг. Это и был мой совет на сегодняшний день. Не откладывай в долгий ящик. Начинай чувствовать. И может какие-то реакции удивят тебя, потому что, чувствуя душой, человек начинает радоваться, как ребенок, каждой маленькой детали, окружающей его. Я закончу. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Как бы вы прокомментировали мой прогресс в росте? Какой мой прогресс в росте на данный момент? Мы возвращаемся уже к сказанному. Ты принимаешь много информации, обучений извне, но изнутри ты не подключаешься душой. Реагирует только твой мозг и интуиция. Интуиция тянет тебя, но полностью душа не открыта новым знаниям. Советуясь с душой и понимая свои энергии, ты сможешь гораздо больше. Я закончу. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Какие мои таланты я не ценю? Твои таланты визуализации, наполнения энергиями и расширения внутренних солнечных энергий, которые должны перейти от слова к делу. Просыпаясь, ты можешь представить эти энергии и как ты наполняешься ими изнутри, прочувствовав новые вибрации внутри своего тела, выходящие из твоих ладоней. Прислушайся к своему телу, и ты услышишь, почувствуешь, в каких чакрах отзываются эти энергии. Это может быть коронная чакра, как я уже сказала, руки или какие-то другие места начинают вибрировать по-новому. Я закончил. Я благодарю вас. Девятый вопрос. С чем мне действительно нужно иметь дело? Я не могу ответить на этот вопрос, так как выбор всегда должен быть за тобой. И я дал тебе ключ. Душа, она подскажет тебе, что ей действительно хочется. Это лишь дает мне знак, что ты никогда не слушала свою душу до конца, выбирая мозгом с одного на другого, анализируя. Подключи душу, и ответ придет сразу же. Я закончу. Мне кажется, мы все 9 вопросов отвечаем, и там красной полосой проходит слово «душа». И вот последний, 10-й вопрос, возможно, такой же будет ответ. Как я могу найти удовлетворение в своей жизни? Я бы сказала, что это не красная полоса, а солнечный стержень. Солнечный стержень. Энергией. Безусловно. Который был активизирован сегодня, наполнен. Я бы назвал это проснулся. Прочитай, пожалуйста, вопрос. Хорошо. 10-й вопрос. Как я могу найти удовлетворение в своей жизни? Детали. Детали, которые вокруг тебя. Они несут много радости. Такие, как цветы, весенние запахи, пение птиц, журчание реки. Эти детали окружают тебя, наполняя определенной гармонией и спокойствием. Обрати на них внимание. А еще, выходя из дома, здоровайся с солнцем. Даже если идет дождь, солнце, оно просто за тучами, но светит так же ярко, но не перестает светить. Так же ты помни, что твое солнце внутри тебя. Я закончил. Я благодарю вас, уважаемый куратор Анис. Вопросов больше нету. Нет. И если вы хотите сейчас что-то активировать, ее внутренний стержень, или от себя что-то добавить, это был бы самый лучший момент. Стержень был активирован сегодня, как я уже сказал.
Я лишь хочу убедиться, что я ответил на все вопросы. У меня никаких вопросов не возникло, все понятно. Все, прям никаких вопросов абсолютно нет с моей стороны. Можно спросить у Виты. Вита, у вас есть вопросы к куратору еще? У меня есть благодарность куратору. И эти ответы действительно понятны и просты. Я постараюсь подключать душу и обращать внимание на детали, а также визуализировать свой внутренний поток солнечных энергий. Маленькое солнце внутри меня. Звезда. Замечательный ответ. Куратор Анис, что-то еще хочется добавить? Я хочу поблагодарить за эту встречу. Во благо. У нас остался... И за вопросы интересующейся души. Благодарю вас. У нас остался маленький нюанс, который на Солнце уже знают. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит в эту комнату диагностики, мы обязательно делаем один определенный подарок. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Аниса. Будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его ответы, за помощь своей подопечной и просто на добрые воспоминания об этой замечательной встрече? Это очень приятный подарок, несущий солнечное тепло. Благодарю вас за это. Передавайте привет от нас с Верой, замечательной звезде Солнца. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать все, что им мешает на пути развития, открыть эти двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Непременно. Очень полезная связь. Благодарю вас. И мы благодарим вас. И говорим до скорых встреч. Наилучшие вам пожелания. Всего доброго. Скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Вита, мы закончили встречу с вашим куратором. Вы все ответы получили? Это была волшебная встреча. Я получила главный ответ. Теперь вы много знаете уже. Остается дальше идти и развиваться. Сейчас мы будем возвращать вас назад в ваш биоробот, вашу систему биоробот-душа, и сразу после этого перейдем к чистке вашего дома. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Виты в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта,